Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Cubot X19S включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. В первую очередь переходим в панель быстрого доступа, находим кнопочку «Точка доступа», тыкаем по ней раз и можем переключать нашу точку доступа, удержав на ней палец, можем открыть некоторые ее настройки, к примеру. Можем изменить название точки доступа, можем поменять протокол защиты, можем изменить пароль. Также можем автоматически выключать точку доступа, если никто не подключен, можем изменять диапазон частот Wi-Fi. И также можем установить максимальное количество подключений. Также можем использовать точку доступа как USB модем или же как Bluetooth модем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.